67-летнего пенсионера в Иркутской области, убили из собственного ружья после того, как он попросил молодежь вести себя потише. Компания из четверых друзей в возрасте от 17 до 29 лет распивали алкоголь в Toyota Mark II. Тусу на районе омрачил недовольный местный житель. 67-летний пенсионер с ружьем вышел утихомирить пьяную молодежь. Ребята не унимались, и тогда пенсионер выстрелил по машине. 17-летний подросток не стерпел, налетел на мужика, в драке выхватил оружие и выстрелил ему в правую ногу. Мужчина скончался от кровопотери до прибытия врачей. По нашим данным, дома у деда нашли патроны разных калибров и одно незарегистрированное ружье. Троих ребят из компашки опросили и отпустили, 17-летнего парня задержали, на него возбудили уголовку по статье убийства.